Идите сюда, идите сюда. Проходите, проходите, бабушка, идите сюда. Я видел. Я видел, там хотели конфетки себе выдать, весовые. Почему не взяли? Я впервые раз смотрел. Не, я видел, а почему не взяли конфетки? Я с такими деньгами посмотрел. Сколько вам лет? Мне 86, 34. 86, выглядите на все 18. Можно вам подарочек сделать? А дорого будет? Недорого это будет. Сейчас, секундочку. Эти сосисочки ганноверские и молочко, нисколько не надо. Это вам подарочек. В этой жизни, это моя любимая фраза, подарки, внимание пожилым людям, особенно пожилым, очень я важны, это им придает. Ростовскую область, ну сюда попала я, муж отсюда, и он умер в 2000. А я сейчас на Екатериновке, с Трежаном, там у нас частный такой сынок, как вы возите на свою машину. Вот а он нашу прядь часов, а я такой хожу. Пусть этот подарочек сыночек вам придаст здоровья, всего самого хорошего. Сыночек, он прям мне сегодня хрустит, он дает. Дай Бог вам здоровья, а вот на меня хожут. Меня? Не, я вам сейчас чек дам, не приводите, денежки в кассу положу, все нормально. Ой, детенышка, не надо. Что? Не надо, детенышка. Вот чек я оплатил, все, возьмите. Родненький, сыночек, как мне стыдно. Почему стыдно? Ну, дай Бог, я показываю, я говорю, что мне... Держите, держите. Все хорошо, держите. Держите. Ой, да не плачь, ну зачем, не надо. Гулять на коронавирус не надо, пожалуйста, только не плачьте, пожалуйста, дайте вас обнять. Не плачь. 老奶奶最后的那句孩子，我很惭愧，深深地感动了我。 这是什么样的文化和教育，能让年轻人这样去做，又能让老人说。